Лес качается, прохладен, тут же разные цветы и тела блестящих гадин, меж камнями завиты. Солнце жаркое, простое, льет на них свое тепло, меж камней тела устроя, змеи гладкие, как стекло. Прошумит ли сверху птица или жук, проводят смело. Змеи спят, запрятав лица в складках жареного тела. И загадочны, и бедны спят они, открывши рот, а вверху едва заметно время в воздухе плывет. Год проходит, два проходит, три проходит. Наконец человек тела находит, сна тяжелый образец. Для чего они? Откуда? Оправдать ли их умом? Но прекрасных тварей груда спит, разбросана кругом. И уйдет мудрец, задумчив, и живет, как нелюдим. И природа, вмиг наскучив, как тюрьма стоит над ним. Спасибо.